святой благоверный князь Александр ни на кого не нападал, захватнических войн не вел, но проявил чудеса силы духа и воинского мастерства, защищая нашу землю. Был непобедимым на поле брани. Святой благоверный князь является покровителем Отечества нашего, покровителем воинства нашего, защитников Отечества. И я очень радуюсь тому, что когда проходил в Москве некий конкурс, посвященный тому, чтобы через народный опрос был избран один из исторических деятелей, которого можно было бы отождествить с Россией, назвав его именем России, люди в первую очередь проголосовали за Александра Невского. Это был очень важный исторический момент, который свидетельствовал о том, что вот эта идентичность, подлинность культурная, духовная, историческая, ради которой святой Александр Невский сражался на полях битвы, она не исчезла из нашего народа. Мы остаемся теми же, какими были во времена Александра Невского. Конечно, все изменилось внешне, но тот самый духовный стержень, то самое национальное самосознание, та же самая любовь к Отечеству сохраняется и ныне в народе нашем, и покуда мы это будем хранить, будет стоять и Русь.